Открывая собственное дело, каждый предприниматель надеется на светлое будущее. Хочется, чтобы бизнес и прибыль приносил и был полезным. Но вот куда обращаться за помощью? Начинающему бизнесмену нередко сложно сориентироваться в потоке информации. Да и предстоящая бумажная волокита порой отпугивает. Чтобы развитие собственного дела было успешным, а главное грамотным, без помощи профессионалов не обойтись. В Химках в этом году появился единый центр поддержки предпринимателей. В нем можно получить любую рекомендацию, касающуюся развития бизнеса. Начиная от устных консультаций и заканчивая написанием бизнес-плана или выбора вида деятельности. Причем услуги оказывают не только химчанам, но и предпринимателям из других муниципалитетов. Это начиная от консультаций бесплатных, проведения семинаров, конференций, выставок и тому подобное, до получения финансовых средств, субсидий, как на муниципальном уровне, так и на областном. Поэтому предприниматель, придя сюда, он может получить полный спектр всех услуг, которые осуществляет данный центр. Как раз за финансовой помощью обратились владельцы Центра медицины и реабилитации. Он хоть и коммерческий, но оказывает бесплатные услуги по полису обязательного страхования. Несколько месяцев назад там появились новые аппараты для диагностики. Бизнесмены планируют участвовать в конкурсе по возмещению затрат на оборудование. Их проконсультировали и помогли заполнить заявку. Мы рассчитываем получить субсидии в рамках поддержки социального предпринимательства. С помощью субсидий мы планируем компенсировать часть своих затрат на приобретение оборудования. Оборудование мы уже приобрели в 2015 году. Подготовка заявок к выдаче субсидий, участие в семинарах, выставках и конференциях – это лишь часть бесплатных услуг. Но имея даже основные знания, уже можно грамотно строить дело, говорят работники центра. Помимо этого, они оказывают юридическое сопровождение бизнеса. К слову, правовые консультации – самые популярные в центре. Мы оказываем устную консультацию по действующему законодательству вопросов, которые его интересуют. То есть, что он может получить, допустим, по вопросу субсидирования. После исчерпывающих юридических консультаций мы его направляем коллегам в финотдел, где уже непосредственно его консультируют по предоставлению субсидий и необходимому перечню документов. С начала работы центра за личной консультацией в него обратилось более 600 человек. 800 обращений рассмотрено в письменном виде. Ни один вопрос не остается без ответа. Наши предприниматели, с кем мы взаимодействуем, кто к нам обращается, они без внимания не остаются. Все их данные у нас записываются. У нас есть определенные базы данных, которые ведется учет всех предпринимателей, которые у нас получили поддержку. И мы их оповещаем своевременно о всех мероприятиях, о всех возможностях, всех тонкостях, нюансах, изменениях в законодательстве. По данным исследования Министерства инвестиций и инноваций региона, Химки вошли в тройку городов-лидеров по возможностям для развития бизнеса. Округу выделено более 12 миллионов рублей, которые пойдут на субсидии. Это значит, что еще большее количество предпринимателей сможет вносить вклад в развитие экономики города и давать новые рабочие места. Елена Васильевская, Дмитрий Шевелев, служба новостей.